Привет всем! Я хочу поделиться нашими новыми достижениями. Вчера после сеанса с Давидом у моего сына появился лепет. Мы сидели обедали, мой сын прибежал, посмотрел на стол, смотрит на салат и говорит: «А-а-а». Я подумала, это просто совпадение, сказала: «Огурец бери». Он взял огурец, пошел, прибежал опять, смотрит, говорит: «Па», и взял помидор. Ну, думаю, наверное, опять просто совпадение. Он прибежал в третий раз, смотрит, говорит: «Мака». Смотрю, смотрит на макароны, говорит: «Ты хочешь макароны?» Он взял, поел макароны. Пошел играться дальше. И вдруг слышу, говорит: «Шаба, шаба, шаба, шаба». Ну, думаю, что интересно, что за шаба. Подхожу, смотрю, у него в руках шайба. Я очень обрадовалась, потому что такое у нас впервые. И сразу столько много слогов. Я очень рада, спасибо вам, Давид, и очень надеюсь, что очень скоро, наконец-то, мой сын заговорит. Спасибо вам большое.